Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт на 50-летний юбилей. Юбиляр пожелал, чтобы торт был в нежных тонах. Сам торт бисквитный, диаметр его 24 сантиметра. В прослойке крем, сливочное масло плюс сгущенка и грецкий орех. Украшать будем белково-заварным кремом. Ссылки на все видеорецепты оставлю в описании под роликом. Выравниваем торт. Часть крема окрашиваем в бежевый цвет. Друзья, хочу порекомендовать вам интернет-магазин «Любимый Василек». В этом магазине огромный выбор постельного белья, женской, мужской и детской одежды. Также постельные принадлежности, шторы, игрушки и многое другое. В этот раз я заказала два платья. Материал этого платья – футер двухнитка. Очень качественное и недорогое. Стоит оно 809 рублей. Материал этого платья – кулирка. Сшито все очень качественно. Нитки нигде не торчат. Стоит такое платье 979 рублей. Также я заказала три комплекта постельного белья. Это двухспальный комплект. Ткань сатин. Очень приятный на ощупь. Стоит такой комплект 2000 рублей. Это полуторка. Ткань бязь. Очень яркий и красочный принт. Такой комплект стоит 890 рублей. Это постельное белье, также полуторка. Ткань поплин. Стоит оно 1400 рублей. Женские и мужские носки. Все носки длинные, хлопковые, медицинские. Стоят такие носки от 50 рублей. Трусы мужские, 2 штуки. Стоит такой комплект 170 рублей. Все вещи очень качественные, по доступной цене. Заказываю я не в первый раз и могу смело порекомендовать этот интернет-магазин. Ссылку на интернет-магазин «Любимый Василек», а также на все социальные сети оставлю в описании под роликом. Сейчас там проходят денежные розыгрыши. Алюминиевой фольгой сделаем оттиски на торте. Насадкой «Малая открытая звезда» бежевым кремом обведем оттиски несколько раз. Сделаем их объемными. Сбоку торта сделаем оттиски в виде полумесяца. Обведем их этой же насадкой. На стыках полумесяцев сделаем завитки. Внизу торта отсадим ракушки насадкой «Средняя открытая звезда».
Отсадим полумесяцы сверху ракушек. Насадка малая, открытая звезда. Мешком с тонким отверстием белым кремом сделаем разметку и отсадим нити. Насадкой «Малая открытая звезда» обведем узоры сверху торта. Мешком с тонким отверстием белым кремом отсадим бусинки. Обведем полумесяцы внизу торта белым кремом. Вот такую насадку роза я недавно купила на AliExpress. Ее номер 874. Выход лепестка 3 сантиметра. Перед работой с ней мой муж ее слегка поджал плоскогубцами, для того, чтобы лепестки были более тонкие. Этой насадкой нужно учиться работать. Но уже сейчас я могу сказать, что такие розы мне нравятся. Отсадим розы в центре торта.
В мешок с кремом добавим немного бежевого красителя. Насадкой большой листик отсадим листья. Торт получился 3 килограмма 300 грамм. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. Израсходовала практически весь. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!